9 июля 2012 год. Стрижка овец. Только пес никому не нужна. Идем только для того, чтобы скотине освободить облегчить. Чтобы выбросить, а шерсть только это, на выброс. Никуда, никуда никому не нужна. Никто не берет. Раньше было в советское время, берут или нет овцу, а сервис дай, куру советскую дай, где хочешь возьми. А сейчас у нас курами все завалено. Выбрасываем на помойку. Закапываем землю куры. Ну что, а сейчас берут там турецкие, испанские дубленки, покупают, ну, свое все. Самый маленький работник. Степа.